Гасай. Абориген. Отчет даю. Пять, Готовьтесь четыре, три, припотопить. два, Припотопить, один. блять. Трэш, 3 секунды, готовимся сразу умирать. Приверженство культа в первую очередь убиваем, напоминаю. Убиваем трэш, потом дальше идем без босса. ВМК еще кидает, забыл сказать. ВМК кого кидает, контроль служу, выходите, вон зеленые, которые. Сейчас МК будет. Милханта контроль. Милханта за контроль. Терренс нажал. Не убейте его, стопните в ЕМ, милики, блядь. У нас нету БРа, блядь. Сука, пидоры вы нахуй. Лужи вышли. Циклонов нету тоже от друида, блядь. Маг мог пошипать какой-нибудь. Авель, например, блядь. Может, ХП хоть отрезал. По трэшу поехали. Приверженцев культа в первую очередь. Рейдж скали контрол. Рейдж скали контрол. Фанатикам подъебало, не подходите. Кливую тоже нахуй. ТРГ, блядь, с подъебало, уйди нахуй. Добили быстрее приверженцев, блядь. Чё их так много там с правой стороны? Все, дальше босса поехали. Лужи вышли. МК. Сейчас будет. Пипалу контрол. Пипалу контрол. Шип там, блядь. Фир что-нибудь. Служи вышли. Ясно, минус солененькая. Найс, лужи стоим. По трэшу поехали. Сука. Ребят, забудьте, короче, вообще потом про целка, нахуй. Те, которые вот дохнут в лугах, нахуй. На ребре и на этой хуйне, нахуй. Которые не могут вытекнуть. Чел, блядь, у тебя 30к хп. Это 3 тика лужи, нахуй. Я сейчас посмотрю, если по тебе 3 тика прошло, нахуй. Это 3 секунды стояла ФК, нахуй, просто. Добейте этого моба. Физуроны, физуроны бейте, физуроном добейте. РДД не могут бить. РДД попался, физуроном добейте. Лара, не дай мне. Пальте жабу с Лара. Жабу снимите, братья. Лужи вышли быстрее. Курил его контрол, законтролишь шумана быстрее. Блять, Геру нажмешь сейчас нахуй. Добейте трэш. Уже нажал, блять. Четвертый трэш, блядь. 30 секунд, блять, до трэша. Три ляма осилите, нахуй. Пацаны, блять, это всего лишь нахуй, вам нужно скинуться под. По 8к ДПС, ебать. Даже меньше, по 7,5 нахуй. Я босса первым пытаюсь. Законтролили. Геру сдать? Блять. Давай Геру, да. Косты сбиваем, не забываем. С лужи выходим. Духов у вас взрывает, да, я понял. Да духов похуй, в обычке они не так сильно дамажат. Тем более они дамажат только по одному человеку. Окей, все равно. Ну вообще можете отходить от духов. В лужи вышли, в лужи. Каст. Да, избаунд. Ясно.
Велика сразу убили нахуй. Лужа, озерватель, нажми изба, прохил Мелизон. Их уже сейчас будет. Сейчас заберу, забрал босс. Прохил. Якату контрол. Юкату контрол. За контроль или Якату быстрее. Милики, стопните АУЕ, не убейте его. Контрольте дальше, все, отлично. Духи. Дай абориген сокру. Волк тыкнет это. Лужа, блять, выбежали, выбежали, выбежали быстрее. Контроль. Контроль дали быстрее. Лужа, лужа. На лайсбанк вышли. Ясно, минус еще один хил. Что, мы сейчас вайпанемся еще, ребятки, да? Сложно ебать. А тут очень простой босс, нахуй. Даже на нем мы можем вайпануться. Приз сухой, приз сухой. Ребят, вы отходите от духов, пожалуйста. У нас все хилы мертвые. Если вы, сука, не будете сейчас отходить, вы все сдохнете, нахуй. Господи, блядь, ужас, нахуй. Вагоны, блядь, фу, нахуй. От духи в Мелизону. Авеля контрол, мага. Дух Мелизону. Один в РДД, ФК, за тобой. Духи, один в РДД. Новые духи пошли. Сейчас лужа будет. Разбейте, как разбейте. Разбил ее, блядь. Лужа. Духи новые. На, нахуй. Духа, блядь. Сгорела, блядь, словина. Опа. Шлем, шлем, шлем. Без ноги на хунта. Боешка. Боешка. Пускай бисово. Линковали, обай линковались, ребята, тоже. Не, второй, второй тоже. Да, стоп, на где направо, да? Направо. Убейте, пожалуйста, трэш, только не вайпанитесь, нахуй. Ща я две минутки буквально кофе сию. Поставлю. Прямой трэш направо... не трогайте, его обойти можно. Не бить его. Подходите под углом, да. Направо. Вон туда идите и хуярьте дракончика. Дракончику подъебал, не подходите, пожалуйста, только ща я приду. Светчику каст флагик. За кухой стоит, снять.
А, да, байковый был на первом этаже, там кого-то. Да, это у меня летит. Можно садить? Ну, вообще можно было всегда, не знаю. Ширните, я не могу меня забагнуть. Не, шарнуть вообще даже не могу, хоть меня не забагалось. Ладно, я так возьму сейчас. Идите из-под лица у дракона, посмотрите, что он летает. Там моба забили. Кого еще забагал? Все зависло. Да. Нет. Кого? Не у всех. Плохало. Все плохало. Ты баф, пацаны, будет великан бросать друг другу. Или берете, или бьет, очень больно. Ты там все в кучу стоит, там плохо. Че комбат висит? Ну кто-то трэш, видимо, зацепил вначале. Ну, вначале, который нет. Так нам все равно придется идти его убивать теперь, потому что мы не сможем ранца, блядь, одеть. Где вы его тут танчите, чтоб не подбрасывало? Палатку подводишь, весь рейд палатку заходит. Возле палатки ставишь. Спи. Палатку все стали быстрее, палатку. Геру дайте, а Гера КД. Все в палатку ставьте. Еще прикольно. Там чума делится, напоминаю, все в палатку. Въебало бить. Абай, дал класс? Да. Прохил, блядь. Моб прикол, блядь, хилит еще, блядь. Мне ему сало дал, да. 200 тысяч добит. Дай не зыбку. Давалось вместе с тобой, может. Да, озероте, извините. Угу, молодец. Ой, СК. Пипала сакра. Пипала массакра быстрее. Угу. Сейчас нихуя нет. Купол сейчас дам. Много не абсорбит. Да. Там два босса убило, меня уже эта целка заебала. Ну ладно, вот и да. А вот когда фейс дебал какой-нибудь.
Сука, рано нажал, а не нормально. И зря я спаун-то дал, нахуя ты его сейчас дал? Сдал себе, рано нажал я, но... Не, нормально. Азеро, тебе дай айсбаунд. Ну, ты что? Либо... Ой, сокрой. Потом сразу дашь. Может, прямо сейчас дашь. Да, уже, ну, там скрипт или не стаклали, почти. Не зелить. Квест внизу сдавай. Комбат еще ебаный сбит. Надо трэш убить тот, который, блядь, в начале. Который мы скипали, надо было сразу убить, я так и знал. Кто ты комбо допозит? В принципе, блин. А, у нас вот моб остался, блядь. Спулили. Комбат. Спулили трэш. Бля, сыграйте по трэш. Все съебались уже. Куда съебались? Куда трэш играть? Нормально, блин. Сука, чтоб вам ничего не выпало, нахуй. Хватит на меня из ДС выпинал, я думаю, почему. Все тихо. На первый этаж, что пустить, давайте хватит. Сейчас бое кому-то посыпать. О, блять, уже Войду повезло нах. И что-нибудь. Опа, ешка кожаная какая-то. СПД дух. Аспроха. Нормально, да. На Эрдру топ, нахуй, это бить сейчас поезд надо. Типа, не сильно понимаю, на кой оно нахуй надо на друида покупать, тем более за дохуя голды, когда будет точно такая же, только тканевая хуйня. За ОД покупаться. Там пояс, по сути, один в один. Брони разве что чуть меньше. Дашь мне на друида эти же золда? Слышишь, приз? Да. Слышу. Че, поменяемся? А насчет чего? Я не слышал. Ну вот это хламида. А че за... А на что поменяемся? Ну, жезл с духом. Давай. Ты чекал. Да похуй. Без разницы, мне похуй. Да, жезл там всего 73к. Они плюс-минус одинаково. Хотя нет, жезл дороже, по-моему, чем. У меня жезл денег 73к, пояс 25. Тканевый. Ну, жезл я за 45 брал намага. Не, ну если друг друга одевать, типа, то похуй, ну, никто на этом не наваривается, по сути, обувь плюс. Типа они примерно равны, да. Ребят, не забудьте, что ранца нужно одеть. Да, это как рубашка, Лен. А этот, Азерватя, ты в пушке умеешь сидеть? Или ты, ты ж первый раз. Ексронка, давай тогда ты в пушечку. Тут на полурагу разбивать или хуярить? Не, тут по будем летать там, короче, это... Типа... Не, имею в виду пушкой на полурагу разряжать, да? Не, на 95 я разряжаю где-то, 95 раги разряжаю.
Че вы там внизу делаете? Минивал, ты знаешь, что в пушке делать? Окей. Куриал я вижу справа. Минивал, сюда садись. Вот я прыгаю. Да. ТРГ, ты был вообще хоть раз в пушке? Да. Все, окей. Вот так вот и вот эти четыре человека в пушках и сидят. Азероте, ты, короче, остаешься вот тут в центре, вот тебе крест метка. Тут будет трэш выходить, его танчишь. На тот корабль летят. На тот корабль полетят, слушайте сразу, Ники. Ганджубас, Батя, ПК. Сгорела, солененькая, Дасай и Рейдж Скалис. Остальные тут остаетесь. РДД все время играете по этим, как они у Альянса называются, сука, все забываю. Короче, там оружейники эти ебаные. Оружейники. Оружейники, да, не дали мне связь. Оружейники эти, играйте по ним. Остальные на тот корабль летят, вынесите этот ранец себе, вот который вы взяли на панельку, и будете перелетать по команде. Я буду там танчить с чуть, ну, близко этого Мурадина, так что надеюсь, вы меня не уроните. Все, Арчена полубав и поехали. А, еще, эти оружейники будут кидать вот такие тут луженьки такие оранжевые. С них выходите, не лутайте лишний урон. Увидите под ногами. Милфхан, что тебе не хватает? Ранец, вон, блять, метку поставил, звезду на моба. Подошли, поговорили с ним. В сумке его нашли, одели и вынесли на панель. Каску попростам дайте. Дайте кубастера. И, ребят, перестаньте летать, потому что вы сейчас улетите в помойку, когда я запущу, блять. На пушке мастер аур работает. Вы пробовали давать мастер-аурам пушки, чтобы не замораживало? Мастер-аур на пушке, чтобы не замораживало? Не, не пробовал. Тут там или тёмка, или лёд. Я не помню, что точно. Ну, лёд, конечно, должен давать. Ну, давай попробуем. Абориген, забери лёд, подкаст мага этой хуйни, нажмёшь ему. Ради интереса. Там ещё можно пробовать пушки бокс. Ну, пробафайте пушки, типа, я не знаю, бафает он или нет. Починили прямо это, не починили. Под пушечку прямо встанешь, когда мастер будет. Ну, по-моему, на тёмку надо давать, блядь, я помню, что там что-то, почему-то на тёмку будет. Ладно, окей, пипало. Нажми, блядь. Ладно, давай на лёд сначала попробуем, потом ещё что-то. 5, 4. Никто сейчас никуда не летит. Играйте вот по этим оружейникам РТД, вон они стреляют. Вон луженьки такие, видите, под ногами, с них выходите, короче. Вон такие, видите, рыженькие? С них выходите, не получайте лишнего. Милхант. Угу. Стало. Сейчас посмотрим, поскольку мне этот еблан хуярить будет. Если шо, потанчу нормально. Давайте. Все, полетели. Мурадину только не подходите, пожалуйста. Вот я Мурадина танчу, к нему не подходите. Колдуна бейте все. Я а я в лосе, да? Да, давай. Все нормально, должно быть. Колдуна бьем, потом заливаем оружейника, я пока потанчу. Я скажу, когда улетать. Да больше ДПС по колдану, че так долго? Ты давал им авойд или да. Проебался? Абориген давал. А у тебя лед был, да? Да, отпустил лед. Бейте, пока он не вообще меня пробивает. Бейте оружие. Сейчас маг выйдет. Максимальный ДПС по магу. Готовься на тьму сейчас давать, Войд. Давай, нажимай. Не, нихуя. Бейте мага. Всем по магу пул ДПС, потом улетаем.
Мага убивайте и улетайте сразу на наш корабль. Уже больно начинаем бить, сука. Все, улетайте. Угу. Ветер, ружейников, РТД. Служенник, выходите. ТРГ уже умудрился как-то умереть, блядь. Самого пула. Господи, блядь. А кто вместо его пушку залез? Волк, вижу. Полетели. Мурат, блять, Мурадина не летите, только он кливает, убьет нахуй. Больше по колдуну. Остаемся, ждем, ну, еще одного мага. Развлекаемся тут пока. Милхант. Боже, ребят, сложно это те отлуженки, блять. Их не так много появляется там, ну. Ну, значит, ты вниз прыгнул, нахуй, что я тебе могу сказать. Походу, да, блядь. Худуна, поехали. Ух ты, блядь. Дал этот, дал минус. Я успел этот проб нажать. У меня еще есть баунт здесь, я сейчас из баунт нажимать буду. На следующие зубы, если что будет. Дал баунт, короче. Добивайте мага и улетайте сразу. Улетайте. Все отлично. Отходите от луж, вон эти появляются очертания. Пушки давайте активнее, что-то долго прям еще будет. Все, стаки там сбросились. Полетели. Волк, поставь ты темп. А, ты ж пушки, блядь. Ну сейчас заморозится, поставь ты темп. Также убивайте мага и ждем второго. Мурадин ёбнутый нахуй. Не, за ДК его хуево танчить. Медведем заебись с мастерством. Ну хотя ДК, если мастерство собрать, кап тут уже нормально будет. Ты его танчишь, по ты даже отключи автоатаки. Вообще просто возьми сам себя в таргет, набери триту и все. И будет меньше стаки собирать. Не, все равно стаки копится, даже если его вообще не... 100% проверено. Ясно. Найс, пацаны, играете, идеально просто. Феникс, ты не пробовал ловить его на этом, на перекладине сверху? Мага сыграли. Также копится, я его вообще не бью, но он также копится стаки. А-а-а. Что-то на Сирусе поменяли. Не, может его кто-то бьет его? Дал капельку. Задевает. Не знаю. Скажи, когда залетать. Да не, нормально. Улетайте после колдуна сразу. Улетайте. Улетаю. Как у вас в первом статике хилов, хиловарка? 4, по-моему. Два хороших его реально захилить? Да, реально. Да реально в два... Не, ну в два вряд ли, в три. Два хулипала и рош... Два хулипала рошам. Типа вот таким стоп. И либо два хулипала... Да можно в три хулипала, в принципе, нахуй. Ну, сейчас попробую. Не трогай! Нет, какой нахуй, забейте, ДПСа нету нихуя. Не трогайте сундук, пока не открывайте. Чё, трай дадим, хотя даже... не смотрим. Да какой нахуй трай? Ты, блядь, видел ДПС на ребре, нахуй? Там на жвачек же еще челики, еще от луж бегают. На жвачек, на жвачек. Ну, чисто здоров, один трай. Ну.
как говорится, это в глазах своих себя же опустить. Не, ну я когда увидел 240 тысяч, там понятно, что не проходит. А если будет 290, можно тратить. Все, все наверху теперь тут открываем. Да. Лут говно. Да что? О, шапочка. Ой, подожди, не то линканул. Ну, хотя бы один сорняк. В смысле, хуй тебе приоделся, блядь? Я тоже могу тогда рулить. И там запиби свой на фанта. Это не на энх. Вообще не на энх. Почему? Ну, типа, просто смысл... Чешка не на просто... энха. Ладно, окей, собирайся фулл РПБ, нахуй. Точно ДПС будешь давать. Да не переживай, энха, убери с гильдии. Нет, тут в ШП спекаться или в ДЦ оставаться? Мы не будем бить руками, не хватит ДПС, у нас очень маленький ДПС. Нужно 285 тысяч ДПС на среднего, чтобы убить его. Это прям впритык убивается, чтоб никто не умирал. У нас там сколько на ребре было, нахуй? 180. Ну ребро не стоячий босс. 180. Ну какая разница, 180. Где ты 100 тысяч ДПС еще возьмешь? Как у нас там из пугов, я не помню. А, вар и рог, да? Ролим вот или... Делать став. Бисовый пояс, бисовый. А, это 1000 миллионов, да? 100 000. Ну, там 4000 поставили, я и сразу перебиваю на 5. А. Вон там лог 100 тысяч поставил. Угу. Ага. Хм. Я 10 хотел, а оно... Очень легче. ДЦ получается. Давай обмен. Бот. Сначала ролить, там роги нужны, нет, тур. Потерял тебя. А, я снова 5 кинул, понял. Делать ставки на ступни. На Зируте это не в голде. Он обкурился. Это в ЕП. Лол, нахуй ебашит, блядь. Да не смотрите просто, что он делает. Челик на Доригорда пришел. Он просто не знает, что ЭП АУК у вас или нет. Ну, как бы. Какая разница, типа, эти боты вообще, ну, ни в какой спек на ДК не идут. Ни на БДК, ни в ФДК. Есть лучший аналог. ИГИЛа в процентах не так переводится. Блин, запы на БАЕ на продажу? БАЕ, да, я же писал на РОМ. Ничего не продажу. Что-то не пойму. А сколько они стоят вообще, эти запы? Солененько 4К обмен. Я не знаю, сколько они стоят. Не, из ЕП отдавать по не буду. Не, блядь, я сейчас с байрейдами не могу вообще водить, времени нет. Это на фласке все будет. Ставь его. Я бы, скорее всего, выкупил бы. Почем, авай? Не знаю, надо посмотреть, сколько они стоят. Буду там стоить 70к, я их даже близко не притронусь. На 20-арик, ну, блядь, там 25, подумаю. Потому что как это... Сколько они? Не знаю. Аборигена, мин. За 10. Танковский шлем. 30, что лагает.
За что? За наручи? Нет. Я сейчас посмотрю, сколько они навыки стоят, подождите. Да. Ну, типа, я скидку сделаю, но... Наручи 55. Okay. Я видел. Ну. Тихо ли палку? Только я. Я ретрик. Когда бы я подумал бы, купил бы, скорее всего, а так не, я бомж. Еще один очередной вар, блять. Варов слишком много. Да. Ну что там, ГДК за 10? ГДК... ГДК, какой ГДК? Ну что, вот же у тебя ретрик майн? Да, юксарон камен. Я себе грудак хочу, блядь, из гнилого. Бусканом с этим ГДКами. Ну, не, грудак. Там типа без там особо разницы нет. Голова типа с мастерством идет. Я не хочу ее менять. У тебя пуха с мастерством Глора будет. Да Глора еще когда мы с Квараком, понимаешь? И свалились десятки пуха с мастерством или 40 это пол с мастерством. Да и типа первое время вообще собираюсь с Брином ходить. Глору не хочу даже забирать у этих. Как его, блять? Хули. Ну, да, короче. Вы поняли, ты понял. Милхант, здесь Милхант, он подфартил, пиздец, две бешмотки просто, ну, с пуста нахуй. 52к, аукзап. Пристена, 10, давай, мин. Бля. И поезд говнен. Где ты? Я сейчас на это тебя был свежу. Ой, это бен. А сколько дырок в запах? Одно? Одно? Да. Не, они заебись нахуй, я бы даже локу себе взял бы. 52к дохуя. Типа, ебало в рот. А сколько скидка-то? Ну, как своим, типа, словно... 36-35 карла. Заберу. А кто-нибудь из офицеров, у кого есть, ну, право в заметках писать, подпишите, что они не только дают, еще холи приз и шипы. Пожалуйста. Блять, с тебя такой шипы, я только не говори людям, пока мне за шипы.